Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Спрашивали, чем я мечу маток. Вот сейчас покажу, чем я мечу маток. Это у меня тут маточка молоденькая должна облетаться где-то. У меня срок на облет маток 10-15 дней. Как раз уже где-то она должна облетаться. И вижу по пчелам, что они начали нести пыльцу. Видно вот в рамке пыльца. Если пчелам пыльца не надо, то они, соответственно, ее нести не будут. Раз они понесли пыльцу, то может быть так случилось, что тут мать уже облеталась. Поэтому сейчас улей посмотрим. Может, мы ее там найдем. Если она правильная мать, то мы ее даже промаркируем. А если неправильная, то не будем маркировать. Так, ну, яиц не видно. Рамки желательно держать над ульем, потому что если мать будет падать, а те мать, которые молоденькие, не облетанные, они сильно пугливые, иногда прыгают прямо из рамок и попадают прямо в траву. И вы этого не видите. Поэтому рамки желательно с молодыми матками, если предполагается, что тут молодая матка, держать именно над ульем. Даже если она с перепугу прыгнет, а все необлетанные матки, они перепуганные. Если она вдруг решит прыгнуть, то прыгнет в середину улья. Плодные матки, они не пугливые, они вообще на все ложат. Там таких проблем особо нету. Но вот молодые матки, это такие звери могут учудить. Висят маточники. Меня это очень радует. Но в этих маточниках ничего нет. И это радует меня еще больше, потому что если бы это были свищи, то матки точно нету. Так, ну и яиц я тут тоже как бы не наблюдаю. Зачем тогда вы притянули пыльцу, зверье мохнатое? Что-то я не понял, что вы хотели этим сказать. Обмануть, значит, меня решили, да? Ладно. Как вы к нам, так и мы к вам. Так, смотрим, что тут у нас есть. И отчетливо видим яйца. Бинго! Значит, ты, тварюка злобная, где-то облетелась. Засел. Где-то только-только облетелась. Где-то она есть, и тут уже даже есть червячки, значит, она облетела с дня 4 назад, начала яйца ложить, где-то она должна быть. Вот сейчас мы будем ее типа как искать. Надо пойти взять ящик, потому что когда мы ее найдем, чтобы она от нас никуда уже не слиняла. И пойдем за маркерами. Так, хорошо, пока что мы ее в упор не наблюдаем, какая она есть. Но сейчас, я думаю, мы ее отыщем. Главное, что есть яйца, значит, есть маточка. Чудесно, облеталась. Где же ты, где, чтобы посмотреть в твои ясные очи? Где ты? Так, на этой рамочке тоже засел. Все чудесно, матка пашет. Все прекрасно. Вот не зря они пыльцу тащили. Верный признак того, что у них появилась мать. Появился, значит, расплод, значит, им понадобилась пыльца. Потому что пока нету расплода, им эта пыльца вообще не нужна, никуда не упирается. Так, где же мать? Где же мать не маркированная? Вот когда мать маркированная, ее просто найти, потому что метка на спине прям горит. А когда мать не маркированная, то эти поиски могут затянуться на несколько лет. Шучу, конечно, но, в общем-то, искать гораздо хуже, чем если она промаркированная. Поэтому польза от маркировки не только в том, что вы знаете, какого года матка, и можете понять, поменяли они ее или не поменяли, но еще и то, что ее очень быстро искать в этом случае. А это, я вам скажу, немало в нашей работе. Так, и на этой рамке я ее не вижу. Где ж ты? Неужели на крайней?
Обычно на крайней рамке бегают неплодные матки. Это их убежище. Плодные матки обычно на крайних рамках не бегают. И где же ты, тварюка злобная? Тут яиц нету. Ну, значит, тут тебе делать нечего, раз ты плодная. Тут тебе на этих рамках делать нечего. Будем искать дальше. Как говорили в одном известном фильме, перламутровые пуговицы есть? Нету. Будем искать. Так, хорошо, будем искать. Где-то она же есть. Это у меня был облеточный отводочек маленький. Раз тут матка облеталась, значит, можно его усиливать печатным расплодом и быстренько-быстренько выгонять в силу нормальной семьи. Раз тут матка уже есть, значит, ничего нам не мешает, как сделать. А, вот она бегает, нашлась. Ах ты ж красавица. Так, крылья уже сложены, значит, она больше не летает. Крылья у нее не стоят, как локаторы. Значит, все чудесно. Маркирую я вот таким вот фломастерами. Метки хорошо держатся, не облущиваются, не теряются, не стираются. Потому что пробовал разных маркеров очень много. Эффект не тот. Маркируешь, а меточка пропадает со временем. Так вот эти фломастеры, как нарисуешь, так уже пожизненно. Но, правда, стоят они дорого, потому что раньше, по-моему, 3 с лишним доллара стоил большой фломастер, а сейчас за эту цену продают маленький фломастер. Вот у меня на этот год зеленый цвет будет. Я, правда, цветовую маркировку по годам не соблюдаю, потому что я матками не торгую, мне все равно. Но, честно говоря, мне даже такого размера фломастера вполне себе хватит. Так вот, за эти фломастеры точно могу сказать, что метки держатся долго. То есть жизни матки хватает для того, чтобы метка не потерялась. Поэтому я маркирую вот такой вот вещью. Рекомендую. Дорого, но надежно. Это я посадил ее в ящичек, чтобы она не потерялась с той рамкой, где она сидит. Ну, обычно я их в ящичек не ставлю, но чисто для видео, чтобы потом ее второй раз не искать. Где-то она должна бегать на этой рамке. Вот вроде точно знаешь, что она здесь, и все равно ее ищешь, потому что она серенькая, невзрачная, сливается с толпой пчел и от меня прячется. Точно знаю, что она на этой рамке, и опять не могу найти, ищу долго. А если бы была промаркированная яркой меточкой, то ее сейчас бы хвать-хвать-хвать и быстренько нашел. Вот поэтому надо их маркировать, негодяек. Потом с ними работать намного легче. Надо потратить 5 минут на маркировку, и потом экономить десятки минут времени на поиск маток. Вот она сидит, подкармливает ее. Облизывает, подкармливает. Крылышки, как видно, сложены уже неровно. Значит, она уже отлеталась, и крылышки не стоят, как локаторы. По крыльям матки сразу можно определить, в каком она состоянии. Летает, облеталась или еще совсем не летала. Пчелки машут крылышками, знакомятся с маткой. Разрисовал ее как бог черепаху, сейчас застынет краска и будет она у нас уже помеченная. Пользы от маркировки очень много, поэтому надо маркировать маток как только есть возможность. Затягивать с этим тоже не надо. На самом деле маркировка маток не только удобна, но и еще экономит вам кучу времени. Такие вот дела. Так, ну, значит, эта семейка имеет уже плодную матку. Значит, этой семейке надо давать печатный расплод, усиливать ее быстренько-быстренько до состояния нормальной семьи. Что, собственно, мы и будем делать в ближайшее время. Такие вот дела. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, тоже ставим лайк, потому что я очень жадный.